чого починався Краматорськ і де беруть початок його витоки? Відповіді на ці питання має знати кожен освічений і культурний мешканець рідного міста. Міста, яким пишаємось і яке з гордістю називаємо «Перлиною на сході України». Дороговказом у пошуках знань про рідне місто стане для краматорчан книга «Краматорськ. Витоки». За последние годы в городе Краматорске было издано не так уж много книг, посвященных началам нашего города, возрождению исторической памяти краматорчан. И мои коллеги, и я как автор книги «Краматорск. Истоки» выражаем искреннюю благодарность народному депутату Украины Максиму Ефимову за его внимание к нашей деятельности, вообще к этой проблеме, знанию горожанами своих истоков, своей истории. И я хочу также выразить слова благодарности редактору издания, которой принадлежала масса идей, воплощенных в этой книге, Оксане Черниковой. Я хочу выразить слова благодарности переводчику этой книги, который подарит вам книгу на украинском языке. Это Олег Савчук, преподаватель украинской гимназии, учитель истории. Кроме того, и обязательно я хочу сказать слова благодарности фотохудожникам, чьи иллюстрации украсят нашу книгу. Это и фотохудожник Марина Чернышова, это Дмитрий Алинкин, это фотограф, известные в Краматорске ребята, Артем Гетьман. Слова самые искренние, слова самые добрые, и нам хочется, чтобы эта книга понравилась и стала дорогой душе тим, кому вона попаде в руки. Вирушивши в подорож сторінками книги, ви згадаєте про тих, завдяки кому зароджувалась і процвітала інфраструктура Краматорська. Від великих промисловців та крамарів та ремісників. Віддайте їм шану, адже в кожному з них живе наш предок. Неповторний герой свого часу. Сад Бернацького. Ми не случайно прийшли в це одне із старіших міст на території міста Краматорська. Потому что именно здесь начиналась предыстория нашего города. Она начиналась задолго до появления полустанции Краматорская и еще в 18 веке. В 1752 году Степан Таранов, хорунжий Бахмутского конного казачьего полка, получил разрешение поставить на речке Дальняя Беленькая, которую мы все знаем как речка Вторая Беленькая, водяную мельницу. И спустя год мы уже знаем, благодаря архивным источникам, что появилась на противоположном берегу казенного торца слобода, которую он назвал Белянка или Белянская. Это была предтеча нашего города, это была предтеча предыстории Краматорска. В середине 60-х годов 19-го столетия харьковское купечество озаботилось проблемой реализации продукции, сельскохозяйственной продукции, которая производилась в Харьковской губернии. Стал вопрос о строительстве первой железной дороги в нашем крае, которая должна была соединить территорию Харьковской губернии и порты Приазовского побережья, Азовского моря. И тогда строится дорога. Она появилась в 1868-1869 годах. Это была одноколейная дорога. На станции Славянск был вокзал. Такой же вокзал был и на станции Дружковка. Для того, чтобы разминулись встречные поезда, нужно было построить полустанцию, где на обводной путь загонялся товарный поезд, а пассажирский следовал своей дорогой. Так появилась полустанция Краматорская в 1868 году, положившая начало нашему городу. В 1885 году, буквально в 200 метрах от станции Краматорская, появилось первое промышленное предприятие в истории нашего города. Это был алебастровый завод прусского подданного Эдгара Адельмана. Эдгар Адельман происходил из Эстонии. Получил высшее образование в Германии. В наш край прибыл и поселился в Бахмуте. Там он варил пиво. Но оказалось, что производство алебастра более выгодно, нежели варить пиво. И он прибыл на станцию, открыл здесь производство. Так родилась промышленность на территории нашего города. В 1896 году на станцию Краматорскую прибыл швейцарец Конрад Гампер. Он решил здесь построить механический завод.
Одним из тех, кто решил воплотить его идею в жизнь, был и инженер Виктор Романович Подольский, на фоне дома которого здесь, на Старой Петровке, мы сейчас и находимся. В 1900 году в Париже состоялась Всемирная выставка. На этой выставке экспонировался прокатный стан, изготовленный руками краматорских рабочих. Благодаря Гамперу, благодаря его заводу, благодаря тому, что Конрад Гампер стал основоположником металлургии и машиностроения на Краматорской земле, впервые цивилизованный мир узнал это слово – «краматорское».